В Сергиевском районе начинается ремонт мемориалов, посвященных воинам нашей Родины. 9 апреля специалисты приступили к ремонту памятников, расположенных в сельском поселении Сергиевск. Одними из первых были укреплены сооружения самого крупного комплекса в районе – памятника «Скорбящая мать». Кроме самой скульптуры, ремонту тут подлежат бордюры и плитка. С наступлением весенних перепадов температур и высокой влажности начинают резко усиливаться разрушительные процессы в подобных архитектурных сооружениях. И как только скрепляющим раствором были обработаны все швы и трещины на этом монументе, работники переместились к обелиску борцам за советскую власть. Это братская могила 15 красноармейцев, расстрелянных в марте 1919 года в селе Успенка. Спустя 53 года с момента установки обелиск требует ежегодных восстановительных работ. Причем в 2020 году решено укреплять его декоративные элементы современной гибкой арматурой, которая легла под цементный раствор. Как оцените, вот как устоял монумент за год? Плохо. Переделывать надо. Угу. Ее полностью снимать надо. Понятно. То есть уже плачевное состояние. Да. Будет выполнен косметический ремонт и памятника воинам-интернационалистам, павшим в локальных конфликтах в Сергиевске, а также ремонт сооружений в селе Успенка. Село Боровка встретит 9 мая 2020 года с двумя памятниками героям Великой Отечественной войны. Сейчас стартуют, по данным администрации села, самые дорогостоящие работы по восстановлению старого первого памятника. А также вовсю идет подготовка к появлению нового монумента.